Депутаты Сената парламента Республики Казахстан посетили Карагандинскую область с рабочим визитом. Главная цель – поближе ознакомиться с проблемами и достижениями промышленного региона. В минувшую пятницу сенаторы побывали на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау», посетили доменную печь номер 2, ознакомились с условиями труда металлургов и увидели процесс выпуска чугуна. Просто вот сейчас идет выпуск, идет разделение на чугун и шлак. Чугун, шлак и разделяется. Чугун потом идет, чугуноразливочный ковшак идет на солеплавильное производство, где производится, а шлак в отвал идет. Побывали депутаты также в цехе горячего цинкования и алюминирования и своими глазами посмотрели процесс цинкования металла. Исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин рассказал гостям предприятия, в каких областях промышленности используется готовая продукция металлургического комбината. Казахстанский рынок нашим металлом – это 22-24% самый большой результат. 45% – это Россия, 20% – это Центральная Азия, Средняя Азия. Ну и оставшиеся там 12-18% это страны дальнего зарубежья. Еще один немаловажный вопрос, который в ходе встречи обсудили сенаторы с руководством АО «АрселорМиттал Темиртау» – газификация комбината. Natural gas is a clean fuel. Природный газ – это чистое топливо. It should stay in this country. Оно должно оставаться в этой стране. We should give preference to internal industries. Оно должно давать преимущество в нашей индустрии. Во второй половине дня депутаты Сената парламента посетили шахту имени Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау». Ознакомились с работой лавы, современным добычным оборудованием и ближайшими планами угольных шахт региона. Для сенаторов это был первый спуск в шахту, поэтому интересовались они абсолютно всем, особенно вопросами развития угольных шахт. Ведь угольная промышленность играет важную роль не только для региона, но и для всей страны.